Все как у взрослых. В столице Чувашии состоялись финальные матчи школьной хоккейной лиги. В этом году в стартовом сезоне приняли участие около 350 спортсменов-непрофессионалов из 24 образовательных учреждений. Шанс показать свои силы в финале школьной лиги выпал только 4 командам. За 3-е место клюшки скрестили команды школы номер 2 «Тигр» и школы номер 62 «Буран». Первая шайба влетела в ворота «Бурана» уже на 3-й минуте. Ответный гол команда смогла забить не сразу. Болельщикам пришлось сильно понервничать. За 15 секунд до окончания первого периода «Тигры» забили второй гол. Эмоции просто зашкаливали. Во втором и третьем периоде страсти накалились до предела. «Тигры» вырвались вперед. Игра закончилась с разгромным счетом 7-4. Вот эта медаль – самый лучший подарок на мой день рождения. У нас команда слаженная, дружная. Все помогают друг другу, все пасуются. И никто ни на кого не кричит. Все понимают друг друга с одного слова. Кто будет первым и станет обладателем кубка, выясняли ледовые дружины чебоксарских школ номер 50 и номер 35. В итоге ястребы из 35-й школы сумели доказать свое превосходство. Игра закончилась со счетом 2-1. Финальный матч был небогат на голы, но зато порадовал болельщиков множеством красивых моментов. С каждым годом хоккей становится все популярнее среди чебоксарских школьников. И городская администрация старается этот интерес поддержать. Мы планируем, что в следующем сезоне у нас будет принимать участие 32 команды. Регулярный чемпионат будет продолжаться с середины декабря и по практически конец апреля. Мы будем поддерживать и команда республики. Конечно же, это благое дело, это очень необходимое дело, чтобы наши дети выросли в первую очередь здоровыми, крепкими и настоящими мужчинами. Таким образом, у ребят республики появляется прекрасная возможность стать хорошими хоккеистами. Со временем они принесут пользу родной республике, а возможно и стране.